Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня хотел бы поговорить о приложении, которое мне очень понравилось. Я продемонстрирую только бета-версию, поскольку пока еще не купил данное приложение, но скажу сразу, что я планирую в ближайшем будущем совершить покупку. Сейчас приложение по заявлениям автора должно добавить несколько шаблонов для других стран. На данном этапе присутствуют шаблоны документов только России. Но что вынудило меня сделать видео именно в BlueStacks плеере, потому что на моем смартфончике приложение великолепно запускается, великолепно работает, но не дает сделать запись. То есть это уже говорит о защищенности данного приложения, о том, что не просто автор наклепал и написал там, что ваши данные защищены, а в действительности и в реальности все это дело работает. То есть захватить видео как со встроенной программы для записи, так и вот вывести, как я обычно делаю видео в формате, у меня не получилось. Поэтому попробовал BlueStacks. Приложение данное запускается, работает, и сейчас я коротко покажу, что оно умеет и для чего оно предназначено. В общем-то, приложение предназначено для тех, у кого возникает необходимость иметь при себе всевозможные документы. То есть при помощи данного приложения вы избавитесь от необходимости таскать все документы, там справки, коды, всякие там страховки, а все данные, которые есть для данных документов, будут храниться в одном вашем приложении, которое, как я уже сказал, неплохо защищено. То есть как это выглядит? При первом запуске вам будет предложено ввести пароль. И выбираете далее. Я уже сделал вот так для теста. Добавил паспорт, банковскую карту. Как все это выглядит в развернутом виде, можете посмотреть. То есть полностью все данные для ваших документов. Возможность сделать копию. Допустим, если вы хотите там добавить к своему паспорту ксерокопию. Вот так вот я заполнил. Заполняется это все и просто. Достаточно нажать на карандашик, и вы получите вот такие вот поля, в которых вам необходимо всего лишь один раз ввести данные. И после этого все данные от вашего паспорта будут всегда находиться с вами в вашем смартфончике. Согласитесь, что возникают ситуации, когда там, допустим, вы где-то что-то оформляете, наличие паспорта не требуется, а у вас спрашивают, а вот где там паспорт был выдан, когда, кем. И вот, как я уже говорил, что данное приложение решит эти вопросы. Также я добавил шаблончик для демонстрации пластиковой карты. Допустим, нет необходимости там где-то на бумажечке записывать. Если у вас есть Android смартфон, то всегда все данные, вот допустим, номер карты, далее пин-код вашей карты и CRV-код, который вот часто очень требуется. Здесь, ну, я данные здесь не заполнял, но вы можете это все сделать. Опять-таки, как я сказал, уже перейти на карандашик и добавить данные, которые вам там необходимы. Все легко и просто добавляется и сразу же отображается в вашей карте. Вот видите, я добавил телефончик, и все это дело сразу же организовалось. Добавить можно в бесплатной версии всего лишь два документа. Ну, насколько я понял, что платная версия не очень дорога. Я дам ссылку на описание, вернее, на скачку данного приложение из Play Market, и вы посмотрите, сколько стоит данное приложение для вашего региона. Скажу сразу, что автор сейчас планирует, насколько я читал на форуме ФОПДА, автор планирует добавить шаблоны документов для Белоруссии, Украины. И все это говорит о том, что программа не заброшена, не так, как что сделали программу, ее выпустили и забыли. Программа дорабатывается и получит новые шаблончики новых документов для других стран нашего бывшего СНГ. Ну а там в дальнейшем, возможно, и для стран Европы. Я не знаю, как все это будет выглядеть. Но самое приятное то, что программка постоянно обновляется. То есть вот на данном этапе перечень документов для России, которые вы сможете добавить.
Это и паспорт, и свидетельство о рождении, и ваше водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, ваш диплом, в общем, множество документов. Достаточно будет один раз заполнить, как я это уже показывал, любой документ, и вы получаете в своем кармане, так как и называется, кстати, приложение, все копии ваших документов. Так что вот коротко о программке. Да, кстати, в чем прелесть, что прямо из окна документики эти можно расшарить, если вам кому-то необходимо отправить данный документ, там, то вы можете отправить его через смс и отправить по электронной почте. В общем, думаю, что программка будет востребована, тем более имеет очень приятный интерфейс. Все четко отлажено, все хорошо работает. И, как я уже сказал, что программка защищена. Поэтому, если вам пригодится, покупайте, качайте, пользуйтесь. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!